Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Алло. А, гостиница, здравствуйте. Скажите, гостиница, вам не нужна интеллигентная, порядочная женщина с высшим образованием? А, не нужна. У вас уже есть одна. Спасибо большое, до свидания. Где же осветители? А где же осветители с ключами в перчатках? В перчатках. Я осветители ищу, я мучаюсь вопросом. Хотите свет, я вам включу. Все это очень просто. Смотрел свои работы. Как я фотографировал тебя возле старой яблони. Еще до нашей свадьбы, помнишь? И наткнулся на снимок этой женщины из Освенцима. И подумал, а кто тогда пришел этой еврейской женщине на помощь? Что люди идиоты, но ты какой-то особенный. Ты что, не понимаешь, что от смерти убежать нельзя? Значит, вы моя смерть? Просто вы какой-то... я вас себе по-другому представлял. Герой нашего полезного репортажа одержим другим, не менее странным желанием. Он строит ульи на крыше. Он превращает Нью-Йорк в пчелиный рай. Это физически непросто, малоприбыльно и, кроме того, незаконно. Но пасечник в четвертом поколении не собирается отказываться от дела своей жизни даже под угрозой штрафа в 2000 долларов. Такой противогаз есть в Израиле даже у каждого ребенка. Потому что мы отдаем себе отчет, что иранские ракеты покрывают полностью всю территорию нашей маленькой страны. Но новое поколение иранских ракет с дальностью полета в 2900 километров могут поражать цели в Анкаре или Дели, Берлине, Москве, Ташкенте или Астане. И свои боеголовки они могут напичкать какой-нибудь гадостью. Радикальный ислам. Коварный ближневосточный фактор, поджидающий за углом каждую арабскую революцию. Радикальный ислам суннитский – это Аль-Каида, Хамас и братья-мусульмане. Радикальный ислам шиитский распространяется из Ирана. Там, где они пересекаются, они убивают друг друга. Но есть одна область, в которой они всегда сотрудничали. Это война против Израиля. Война между израильтянами и русскими, она вроде уже кончилась, поскольку это все уже прошло. Я помню, когда я сюда приехал, мне говорили «Руси Масриях». По мне это очень попало, потому что, мне это кто-то плел, что я еду на свою святую землю, где меня очень ждут. Так что же мне такое заявляют? То есть у меня даже были то, что драки там, что до ножей доходило. Алити ларец им галь аалия гадуль шишнут атышим. Ани у мишпахти, у кмакулам, мехула амусат хафацим. Ольга бити, минисуя решоним, нишрая мима эшам бехевер аамим. Лифней кешана, нездемен ле экев аводати, левакер бекиев. Илулей амикре азе, итехен шани у бити, ло айну нивгашим леолам. Веках, Эхеля Сипур. Мама! Папа! Папа! Ой! We cannot know for sure from the biblical text what Joseph's coat looked like, but maybe archaeology can help us. We know Joseph was sold to the Egyptians. Maybe our answer lies there. I've been on a quest to find out what the coat that Jacob gave his son Joseph looked like in the famous biblical story.
אם תעמדי על השביל, תרימי את הראש גבוה גבוה, עד שלא תראי כלום חוץ משמיים. אחר כך תורידי את הראש נמוך נמוך, עד שלא תראי כלום חוץ מדשא. ותחסי את האוזניים בכפות הידיים, עד שלא תשמעי כלום, חוץ מהרעש שבפנים. וככה תלכי הרבה זמן, עד שתגיעי לבית מוזר. С тех пор прошло более 20 лет. Можно сказать, что «Большая Алия» оказалась грандиозным спектаклем, сыгранным историей на нашей древней земле. Когда-нибудь видели человека глазами того, кем вы стали? Или глазами постороннего наблюдателя? Наши с вами возможности – это только возможности. И если это принять, то возникает вопрос, кто или что выбирает между этими возможностями? Когда я голоден, я злюсь и ищу, где поесть. Когда я хочу спать, я иногда иду спать, а иногда не иду. Когда я сплю, я никуда не иду, потому что я человек и хочу спать. Мои веки закрываются, душа выворачивается наизнанку, а из бессознательного начинает переть всякая муть. Русские в городе. Мы начали метушиться, искать, что одеть у нас. У нас не было, что одеть, чтобы выйти. А там стоят и говорят, что вы там делаете, выходите. А мы то вместе. Ситуация была, что это нормально, ты не можешь не доверять всем. После случая изнасилования закрылась в себе. Страна для всех разная. Возраст у всех разный. Вероисповедание у всех разное. То, что общее для всех, я думаю, это любовь и стремление помогать людям. Еврейская община Барселона процветала довольно долго. Была очень сильная община. Именно здесь, в Барселоне, происходил знаменитый диспут Рамбана перед испанским королем. Well,